10-летней Насте Беззубовой из Дзержинска нужно еще немного помочь в борьбе с болезнью. Мы вместе с благотворительной организацией «Русфонд» уже рассказывали о ней. Затворницей Насте пришлось стать в 6 лет. В течение нескольких лет после поставленного диагноза апластическая анемия раз в 2 недели ей делали переливание крови. Учится жизнерадостная и общительная девочка дома. В том числе и благодаря помощи наших телезрителей она постепенно справляется с недугом. Болезнь потихоньку отступает, но любая инфекция может помешать выздоровлению. Насте нужно дорогостоящее лекарство Данол для восстановления иммунитета. Но средств на него у семьи с 2 детьми нет. И очень хотелось выходить в бассейн, но не отпускают. В художественную школу, может быть, отпустят. Тут 19 числа поедем, может быть, отпустят. Папа работает один, я сижу как бы в декрете, и по уходу за Настей еще, получается, работать у меня нет возможности. Вот обходились как-то своими силами до этого, а сейчас, к сожалению, нет, и вот обращаемся к людям, к неравнодушным. На лекарства необходимо собрать 63 тысячи рублей. Часть средств уже перечислили посетители сайта. Поучаствовать в этом добром деле можно, отправив смс на номер 5542 со словом «Дети». Его стоимость 75 рублей. В вашей помощи по-прежнему нуждается и 3-летняя Лена Щукина, о которой мы рассказывали на прошлой неделе. Напомню, что у нее слишком хрупкие кости. Хрустальной девочке готовы помочь московские врачи, но пока удалось собрать только 366 тысяч рублей из 460. Поэтому сбор продолжается. Редактор